Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 91 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Устно. Решаем задачу. 16 морковок связали в пучки. По 4 морковки в каждом. Сколько пучков получилось? 16 разделим на 4. Это получится 4. 4 пучка получилось. Вторая задача. 8 книг разложили в стопки. По 4 книги в каждой. Сколько стопок получилось? 8 разделим по 4, получится 2. 2 стопки получилось. Третья задача. 12 ящиков оборудования отправили на машинах. По 4 ящика на каждой. Сколько машин потребовалось? 12 разделим по 4, получится 3. 3 машины потребовалось. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.